Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. К нам наконец-то приехал экскаватор, чтобы копать пруд. Ну, пруд мы будем использовать как гусям там покупаться, водопой. Вот, ну и хотим заселить немножко рыбки. Карпа там, карася, что-нибудь такое. Вот экскаватор пришел. Вчера он стал копать, у него спала коронка. Он уехал, получается, не целый день копал. Вот сегодня все его отремонтировали. Вот он нам роет пруд. Вот у нас получается то камень, то глина, то камень, то глина. Пруд будет у нас вот такой. Сейчас куда-нибудь залезу, попробую наверх повыше. Залезть куда-нибудь повыше, чтобы показать. Он у нас будет с островком. Это вот у нас будет здесь островок. Такой. На островке будет стоять беседка. На этот островок будет сделан мостик. Вот. Там будет зона отдыха на островке. И здесь вот будет такой большой круглый. Вода вот уже заполняется, сколько-то начинается. Начинает заполняться. Вот так вот. Сейчас попробую куда-нибудь повыше залезть. Покажу вам. Сверху. Сверху. Получается, зума не хватает. Размеры я даже, честно говоря, я не знаю, какие тут получатся. Но он такой немаленький пруд получится. Так вот он обойдет и пойдет туда. Так вот у нас проходят работы по копке пруда. Ну, потом всю эту лишнюю землю, камень увезут. Глину я, возможно, буду использовать в строительстве по технологии глиночурка. Камень куда-то там дороги подсыпят, еще что-то. Тут вот такое вот получается. Конечно, поглубже бы его. Я его просил, чтобы поглубже бы. Надо будет попросить напомнить ему еще раз, чтобы копал поглубже. Вот, потом покажу конечный результат. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Я, честно говоря, так замерз. У нас сегодня минус 10. Я без шапки. Вот. До новых встреч. Пока.